Я решила обратить внимание на это сооружение и показать его вам. Вы спросите, а что может здесь быть такого интересного? Может, оно и ничего, но здесь на этой колонне, довольно высокой, как видите, закреплена табличка, которая гласит о том, что поставлена колонна эта в память о жертвах технического прогресса. И произошло, то есть установка данного монумента в 2015 году. Помимо этой колонны, на стенах вот этих зданий закреплены стенды, повествующие об этапах развития технического прогресса в Барселоне. И, соответственно, даты и снимки, повествующие о том, что в какой период здесь проходило, проводилось и какое производство в каком месте города конкретно получало развитие. Ну, годы вы видите здесь совершенно разные. Это те годы, которые считаются трудными для Испании. Затем произошел период ее, так скажем, развития и движения к современному успеху. Но в эти времена Испания считалась еще... Вот эта колонна здесь, с этой стороны. Вот. Испания считалась еще, как говорится, не самым легким местом, как говорится, для жизни. Вот. Очень много еще до того, как Испания вошла в Евросоюз. Так, я ничего не рекламирую, ни за что не агитирую. Сразу обращаю внимание, я просто рассказываю. Еще до этого Испания очень часто числилась в числе стран с оттоком населения, которое искало лучшей жизни, лучших заработков. И люди ехали отсюда во Францию, в Германию на заработки и так далее. Но только лишь относительно в недавнее время Испания стала страной привлекательной, наоборот, для иммигрантов из различных частей света. Это произошло в основном, ну, в конце 80-х, в начале 90-х, в 90-е годы, в начале 2000-х. Вот. Современные испанцы, конечно, тоже могут рассказать много из того, на что они могут пожаловаться. Ну, то их дело, как говорится. А вот там виднеющаяся башня, это водонапорная башня, которая уже, можно сказать, прекратила свое функционирование по прямому назначению. Я ее как-то показывала в одном из видео. Ну вот, сохраняется такой памятник тоже, можно сказать, техническому прогрессу. Ну и здесь, вот в этом уголке на улице, они так на меня оглядываются. Ну да, этот объект, как говорится, не туристический, не относится к таким, чтобы могло привлекать туриста. Такое можно, ну, кто-то скажет, и у нас на фабриках и заводах увидеть. Ну, это я снимаю к тому, что здесь тоже есть, можно сказать, красные уголки, которые раньше были в коммунистическое время многими критикуемые на разных наших советских предприятиях. И о чем-то они рассказывали, повествовали. Ну, вот здесь примерно то же самое. Эта колонна видна издалека, когда подходишь. Я думала, ну, посмотрю, что к чему, и покажу своим зрителям. Ну, в общем, мое видео закончилось на этом. Спасибо за внимание. Встретимся. А я сейчас пойду к морю прогуляюсь. Я уже поделала, что мне надо, какие дела. И пойду домой.